Доброго времени суток. Это обзор и вскрытие ноутбука Asus X540SC-XX02D. Ранее я снимал обзор очень похожего ноутбука, который был в таком же точно вот корпусе, как и этот, был с такими же характеристиками приблизительно, ну как бы именно имею в виду проц, там жесткий диск, ну то есть очень похожая модель, только основная разница в том, что у этого ноутбука, к примеру, есть дискретная графика. И, допустим, есть вот привод. Можно увидеть дверцу его. То есть это более, чуть более дорогая версия того же самого ноутбука. Обзор этот конкретно снимается в дополнение, так как у него есть графика, он уже чуть дороже. Ноутбуки более бюджетные в серии стоили около $300, этот примерно 380. То есть, ну, дороже, процентов примерно на 30. В общем, так как ранее обзор похожий снимал, этот обзор идет скорее в дополнение, на некоторых моментах сильно подробно останавливаться не буду. По внешнему виду, в принципе, так понятно, достаточно много обзоров, я перейду сразу к разборке и того, что находится внутри. Разбирается ноутбук очень просто, я ранее уже показывал, сейчас разберу, этот момент просто будет ускорен. Итак, вот ноутбук разобран, верхняя часть корпуса, я бегло пробегусь по тому же самому, верхняя часть корпуса, в ней вставлена клавиатура, клавиатура закреплена пластиной, пластина к верхней части корпуса припаяна, меняется хреново. Кроме того, в этой же клавиатуре находится кнопка питания, то есть если клавиатура заливается, теоретически можно залить и кнопку питания, ноутбук не будет включаться вообще. Неудобно, не очень, так же плохо, как и в более бюджетной серии. Далее, что можно увидеть? Материнская плата. Ссылку на обзор к более бюджетной серии я оставлю в описании. В сравнении с более бюджетной серией материнская плата явно видно больше, что оправдано тем, что ему нужно больше места, где поставить видеочип. Также разница какая, вижу сразу кулер. Кулер крупнее, ну, по идее, должен угнать больше воздуха. Аналогичная система с дополнительной платкой под винт. Тут находится Wi-Fi-ка, сдвоенный динамик. Вот сейчас точно не вспомню. По-моему, в более бюджетной версии тоже два динамика, ну то есть обычное дело. И такая же хреновая ужасная батарея. Эта батарея — это самый большой позор, который я видел по батареям в принципе, вот именно вот этого ноутбука. Ну точнее, у всей серии этих ноутбуков, в том числе и у этого. Корпус такой же, пластмасса легкая, что с одной стороны делает его в целом легким, с другой стороны делает его менее прочным. Привод закреплен на вот такой вот пластинкой. Ну привод как привод, ничего особенного. И петли. Петли на четырех болтах. Размашисто. Ну вот, что мне понравилось, не раз петли. Петли ломаются достаточно часто, на крепление петель на нижней части корпуса. И то, что они сломаются, ладно, это уже можно стерпеть. Он так или иначе бюджетный даже с видеокартой. Что сделано плохо, то что вот эта петля, вот тут вот, если отломается крепление, может начать ломать материнскую плату. Это неудобно, нехорошо, это главный минус. Но я, пожалуй, к чему хотел бы добраться, посмотреть, как организовано охлаждение. Наиболее неудобный момент – нужно снять батарею. Батарея снимается крайне неудобно, подцепить ее не за что, только вот каким-то закругленным предметом нужно аккуратно-аккуратно приподнимать ее вверх. Желательно в двух местах одновременно. И, наверное, желательно все-таки не металлическим, хотя металлом полез, потому что можно повредить корпус банок. Это ни к чему хорошему не приведет. Так, вот батарею самой снял. Сейчас ее продемонстрирую еще раз, если кто смотрит первый раз подобный ноутбук. Вот такая вот батарея, обычные три литий-ионные банки, соединенные между собой. Соединение закреплено вот скотчем, вот по швам вот здесь вот наклеечка, ну, небольшой элемент корпуса для контроллера самой батареи. Ну, на самом деле выглядит так себе, очень. Более по формату и по качеству похоже немного на какого-то китайца, чем на официальный ноутбук Asus. Ну, то есть на китайскую копию чего-либо.
Ну, по крайней мере, мне оставляет такое впечатление. Дальше. Кстати, вот я не обратил внимания. Вот, можно сразу увидеть вот это вот АЗУ впаянное. Слота здесь, скорее всего, не будет. Вот видеопамять. Ну, видеопамять, естественно, впаянная. Чтобы разобрать ноутбук далее, что нужно? Я думаю, в первую очередь нужно отсоединить привод и жесткий диск. Жесткий диск находится в обычной металлической корзине, каких-либо конструкций, либо предусмотренных материалов, которые должны будут амортизировать кривотряску в корпусе, не предусмотрено. Небольшой минус, ну, как раньше, там ноутбука этой серии. Привод достаточно вот так вытянуть, потом можно просто отсоединить. Вот теперь можно снять саму плату, чтобы увидеть, что тут находится. Ага. Вот как они сделали. Мне просто прошлый ноутбук разбирал, там ну, видеокарты не было. Там был исключительно... Я тут соединю пока. Исключительно процессор. Процессор охлаждения выглядит так же. Процессор охлаждения выглядит так же. То есть это небольшой, такой слабоэффективный, с моей точки зрения, да и по факту, радиатор алюминиевый. Ну, собственно, и все. И для видеокарты сделали получше. Сделали нормальный радиатор, сделали вот медная основа под радиатором, которая нормально впитывает тепло. Вот это более-менее, хотя, ну, система с термотрубкой, как правило, эффективнее, но хотя бы так уже лучше. Плюс они же поставили больше кулер, ну, и сделали такой же коридор, как до этого в ноутбуке использовалось, то есть коридор, на котором накапливается тепло, и оно выдувается. Что-то похожее на систему охлаждения, но что бы я хотел заметить? Вот этот процессор, это Intel Pentium. Современный, не совсем мощный, не популярный. Ну, такой себе процессор, средненький, даже сказал бы, даже скорее слабенький. Но на него поставили вот такой вот, вот такой вот радиатор. Во что это выливается? А выливается это в то, что под нагрузкой, ну, под полной нагрузкой, то есть игра, допустим, к примеру, там Battlefield 4, GTA, который, кстати, он относительно более-менее тянет, что меня несколько удивило. Я просто до этого тестировал, ссылка на тест, опять же, будет в описании. В общем, как себя ведет, показывает система охлаждения при поднагрузке. Процессор нагревается 80-90 градусов, что с учетом его, как бы это сказать, с учетом его производительности, смешно, да и, ну, под полной нагрузкой 80-90 i7, там, 4-го, 5-го, 6-х поколений греются. А тут Pentium. Ну, я думаю, основная причина как раз вот в этом вот хреновом радиаторе. Радиатор ужасный, на самом деле. Сделали бы хотя бы вот такого формата, он бы там 70 держал, думаю, без проблем. Вот с таким кулером и дуло бы. Они вот на этом сэкономили. Ужасный, смешной момент. Видеокарта с этим радиатором, вот с таким вот блоком охлаждения, чувствует себя прекрасно. Под полной нагрузкой в GTA, допустим, в 5-й, что для этой системы это полная нагрузка. Она нагревается порядка 50-55 градусов, то есть она на самом деле холодная. И поэтому я думаю, то, что она отвалится, крайне маловероятно, и как бы это хорошо. В общем, ноутбук в целом, ну как бы сказать, конечно же, с моей точки зрения, хреновый. Хреновый почему? Из-за того, что сильно греется прос, из-за того, что хреновые петли, клавиатура неменяемая вместе с кнопкой питания, ну, корпус в целом так себе. Но за что плюсы? Плюс за нормальную систему охлаждения для вот этого вот чуда. И плюс, наверное, все-таки за цену. Потому что стоит он, ну, сколько? Ну, думаю, средний около $380, а можно найти за 350, что в целом не так дорого. А, и к минусам я еще отнес бы то, что все-таки ужасная батарея. Батарея ужасная, хрен поменяешь, и жить она будет и держать, мало, я думаю. И минус то, что АЗУ расширить невозможно. Вот есть 4 чипа тут, 4 чипа тут, 8 гигабайт, все, радуюсь тому, что есть. Для такого процессора вроде бы с одной стороны достаточно, но могли бы один слот и поставить. Также нет слота для
M-SATA. Ну, M2 M-SATA. Что минус, потому что SSD, если ставить, то единственный вариант — это убирать жесткий диск основной, а его, если что, можно переставить в карман. Карман тут нужен слимовский, если кому будет интересно. Поставить вместо привода можно. Тут хотя бы есть привод, вместо него можно поставить карман. Это плюс. В целом, вот как-то так. Ноутбук, вот обзор этого ноутбука снимался в дополнение к прошлому обзору, так как прошлый обзор к этому ноутбуку неприменим, потому что тут уже совершенно другая конфигурация с наличием графического адаптера, привода. Но в целом, также эта серия мне не нравится, потому что, да, она дешевая, но за вот эту вот дешевизну приходится дорого платить качеством некоторыми моментами. Но покупать его или не покупать, решать вам. Выбирайте, смотрите, смотрите другие обзоры. Мои либо чужие, какая разница. Главное, выбирайте, чтобы потом не жалеть о своих решениях. В общем, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч.